Всем привет! И снова вы с нами на канале Хозяйство при птицеводстве. Сегодня хочу немного рассказать об индюшатах. Вот моим индюшатам 3 недели. Они уже прилично подросли. Хочу рассказать, что я им давала с первых дней жизни. С первых дней жизни я им давала комбикорм для индюшат Пурина. Воду добавляла первые 2 дня мед. Дальше давала им витаминки. Ничего, кроме витамин, я им больше не давала. Сейчас я им в воду добавляю кальций и глюконат. Вот такой вот. Купила вчера, съездила в аптеке. Кальций и глюконат. Для того, чтобы укреплялись у них кости, наращивалась мышечная масса. Чтобы они не падали, потому что это кросс тяжелый у нас. Хайбрид-конвертер, но тут есть с ними и ставропольские индюшата, но есть и хайбриды. А хайбриды — это тяжелый кросс, и чтобы у них все было нормально с лапами, я купила им кальций. Для того, чтобы кальций лучше усваивался, корм я им сдабриваю рыбьим жиром. Немного добавляю в корм рыбьего жира. Сейчас я их кормлю комбикорм для индюшат. Туда добавляю немного кукурузы и немного пшеницы пророщенной. Добавляю в воду также вот такие витаминки. Вместе с кальцием добавляю витаминки, чтобы они получали весь комплекс витаминов. Ну, я им давала чиктоник первые дни. Сейчас чиктоник я им не даю. Я им даю... Во-во-во. Уже дыбится, уже понятно, что мальчиком будет. Раздуваются, начинают раздуваться потихоньку. Растают. Живут они у меня пока здесь дома в брудере, но скоро будут переезжать уже в сарай, потому что здесь им места становится маловато. Вчера поехала, купила вот такую поилку, потому что та поилка, которая была у них с бутылкой, они ее переворачивали только так. Переворачивали, у меня были полные поддоны воды. Пришлось купить им вот такую большую поилку, чтобы им хватало подольше. Туда 3 литра воды наливаю. Добавляю 1 ампулу кальция. Сейчас покажу вам эту ампулу. Купила специально в жидком виде, чтобы проще было разводить. Вот такая ампула. 10 миллилитров как раз на 3 литра воды. И 6 аскорбинок туда же в воду. Также в корм я им добавляю иногда крапиву. Приношу ее, режу прям под горячей водой из крана, прям под кипятком. Запариваю, чуть-чуть постоит и даю им. Едят замечательно. Кормушку аж облизывают. Кормушка, а в ней в крапиве очень много микроэлементов, витамин. Это очень витаминизированная добавочка, и поэтому и едят они ее с удовольствием. Поэтому я им даю. Чувствуют пока себя все прекрасно. Первый раз завела себе индюков. Будем смотреть, как будут расти дальше. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Будем смотреть, как растут. Надеюсь, что все 15 вырастут у нас. Вот он, красавчик, что творит. Раздувается, хвостик расправляет. Такой маленький, а уже как индюшонок прям, а не как единорог. Это ставропольский индюшонок. Цветной. Цветные все-таки красивые. Хоть они и маленькие, но красивые. Оставлять я никого не буду на зиму. Все пойдут на мясо. Наверное, будет очень жаль с ними расставаться, но придется. Мне их негде держать зимой. Нету помещения. А строить в этом году мы тоже пока ничего не планируем. Как только будем планировать разводить их, вот тогда построим им помещение. В этом году мы пока только считаем, выгодно или невыгодно вообще их держать. Сколько уходит на корм. Сколько ушло на покупку яиц, сколько
сколько уйдет на покупку лекарств и во что нам будет это мясо. Скоро буду их пропаивать от кокцидиоза и переводить на подстилку на опилки. Ну, пока все. До новых встреч!